Я тут подумал. А есть ли автокликер? Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами сегодня я, Дикобраз Плей. И сегодня я вам дам ответ на этот вопрос. Да, ребят, есть автокликер, который можно использовать в фильтрах Fifi Mobile. Я просто был в шоке, когда я про него узнал. Точнее, я про него уже давно знал, но записал видео только сейчас. В общем, ребят, вам нужен всего лишь-то эмулятор Nox. Ссылочка будет в описании, где его скачать. И заходим просто в рынок. Набираем наш фильтр. Набрали наш фильтр. И для того, чтобы включить автокликер... Вот, ребят, делаем на полноэкранный режим наш Nox и нажимаем вот сюда. Вот, ребят, вот эта вот кнопка. Потом, когда у нас загрузится Nox, давай, загружайся, мы это убираем в сторону. Нажимаем поиск. Ребят, для того, чтобы включить автокликер, нам нужно сначала записать действие. Мы нажимаем на вот этот вот начало записи. И просто нажимаем кликать постоянно на этот. И нажимаем стоп. Скрипт был сохранен. И теперь, ребят, просто берем, включаем. И наслаждаемся, ребят. Просто наслаждаемся этим божественным автокликером, который просто меня поражает. Он... Просто ты можешь сидеть и мониторить... как хочешь. Только, ребят, для того, чтобы мониторить и постоянно нажимать плюс, нужно зайти в настройки и повторить до приостановки вручную и сохранить. Для того, чтобы, ребят, он не автоматически останавливался, а вот вы должны сначала нажать вручную, а потом уже его и забрать. Вот, ребят, я практически забрал серигу, который стоит прилично. Вот, ребят, пожалуйста, все, начинается автокликер, все, больше ничего делать не нужно, потому что Nox все сделает за вас. Так что, ребят, все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите фильтры, пользуйтесь этим скриптом и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока.